Гостеприимная Зарянка. Жила-была птичка Зарянка, славилась она своим гостеприимством. Однажды птичку навестили дальние родственники, Вьюрок и Воробей. Захотелось Зарянке досыта накормить и напоить гостей, но на беду кончилась мука. Может быть, соседи выручат. Побежала Зарянка к синице, но та поклялась, что сама уже несколько дней сидит без муки и голодает. Ничем не помогла и сорока. Что оставалось делать? Авось добрый Соловушка выручит, но он живет далеко за околицей села. Зарянка полетела к соловью, он хорошо принял ее, да и только. Соловушка еще утром отнес кукурузу на мельницу и сейчас сам сидел без муки. Опечаленная Зарянка прилетела домой, гости сидели и томились, ожидая угощения. Зарянка пала духом, решила покончить с собой, взяла ножик и приставила к горлу. Гости это увидели, подбежали и спасли птичку, но она все же успела слегка поранить горло. Струйка крови потекла по груди, окрасив ее в красный цвет. Вот почему Зарянка с той поры стала зваться Красногрудкой.